на севере Хабаровского края, в Яномайском районе, китайцы собираются построить крупнейший в мире завод по производству метанола. Однако местные жители против строительства такого завода. Скажите, пожалуйста, нужен ли Хабаровскому краю такой завод? Нет, ну Хабаровскому краю, может быть, завод и нужен, но если вы хотите строить на территории, где живут люди, спрашивайте у них разрешение. Моя позиция такая. Ну, если они против, то давайте зарегистрируйте, выберите место, найдите людей, которые за, скажут, ну не Яномайский район, там, может быть, жители Магадана очень хотят этот метановый завод, а его не строят там. Я не знаю, честно, я не знаю, я не понимаю вообще. Ну, нужен, наверное. Нужен? Почему? Завод же нужен же. Да? Зачем? Зачем? Ну, народ работает, что там. Ну, я так полагаю, что здесь надо определять мнение граждан и, ну, то есть учитывать его. Все-таки экономике Хабаровского края, я думаю, также необходимы градообразующие предприятия, но его строить возможно только при учете мнения граждан Хабаровска. Если, соответственно, найти какой-то компромисс, то я думаю, почему бы его и не построить. Ну, с соблюдением всех норм, которые, соответственно, будут защищать само производство, да, от вредных, так сказать, отложений на, ну, как на природу, и так, соответственно, и окружающие этого завода ну, леса и все остальное. Но тоже считаю, что это неуместно. Если народ против, значит, народ прав. Народ не может ошибиться. Это, видимо, с экологией связано. Я ж немножко смотрю там передачу у вас. Значит, не все там безопасно. И не все там, так сказать, для народа выгодно. А то, что там дома строят или что это, сначала надо нормальные условия климатические должны быть обеспечены, а потом остальное. Поэтому, наверное, мнение народа выше. Но все-таки завод – это рабочие места, инфраструктура. Это здорово для развития края и условий жизни. Но здоровье выше ценится, я так считаю. Ну, я не могу утверждать так. Но если вы спросите мое мнение, надо все взвесить и прислушаться мнению народа. Нет, не знаю. Может и нужен. Только может не в этом месте, и чтобы не китайцы. Почему? Да китайцы своих рабочих опять наберут, а у нас сколько безработных. Может так. Но я плоховато все это знаю, историю.